Какие есть правила для крепкой дружбы? Открытость и честность. Иметь возможность сказать все, иметь возможность многие вещи принять от другого человека. Но на моем опыте, наверное, самое главное — это быть в единстве слов, мыслей и поступков. То есть я думаю и делаю, и чувствую одно. Я чувствую, что ты мой друг, и я веду себя как друг и говорю, что ты мой друг. Если я говорю, что ты мой друг и веду себя непорядочно, или каким-то образом обманываю тебя, или что-то не договариваю, я не являюсь другом в этот момент. Вот это вот искренность какая-то. Это, мне кажется, залог не только дружбы, но и всех партнерств вообще. А если мне что-то не нравится, я тоже это могу говорить. Вот это вот смелая позиция, где я беру ответственность за саму себя.